Деловым людям часто бывает очень сложно найти возможность в своем рабочем графике для прохождения важных клинических исследований, так как для этого вначале надо прийти на прием к врачу, чтобы тот выписал необходимое направление, а затем потратить время на пребывание в очередях на самообследование. Выход есть. В диагностическом центре клиника Сити Киров вы сможете пройти полное клиническое исследование своего организма всего за один день. Медицинский центр в Кирове на улице Московской, 133, оснащен самым необходимым и современным оборудованием для проведения обследований организма человека. Высокоинформативный магниторезонансный томограф 1,5 Тесла и компьютерный томограф фирмы Philips, а также экспертный УЗИ-аппарат Siemens 2018 года выпуска обеспечат точную диагностику для определения верного диагноза. В клинике Сити врач внимательно выслушает своего пациента, после чего определит все его проблемные зоны и составит для вас индивидуальный план обследования, а также подберет удобное время для прохождения медицинских процедур. Ультразвуковая диагностика – это эффективный и точный метод исследования состояния внутренних органов. Ультразвуковое исследование в специализированном диагностическом центре клиника Сити Киров позволяет проводить весь спектр УЗИ экспертного класса, который выполняют ведущие специалисты нашего города. На сегодняшний день диагностический центр оснащен самым современным медицинским оборудованием. Это магнитно-резонансный томограф фирмы Philips, имеющий технические характеристики 1,5 Тесла. Благодаря ему, а также специалистам высокого класса, в клинике имеется возможность выполнять обследования по всем медицинским направлениям и на всех органах. Эксклюзивом для нашего города является проведение в клинике магнитно-резонансной томографии молочной железы. В отделении диагностика клиника Сити Киров функционирует 16-срезовый компьютерный томограф Philips, который позволяет выполнять диагностику пациента на самом высоком уровне, причем как с контрастом, так и без него. И если вы хотите сэкономить свое время и нервы, приходите в диагностический центр клиника Сити Киров. Долгое время я думала о том, чтобы пройти полное исследование и узнать, что же в моем организме сейчас происходит в определенном возрасте, в возрасте 40+. Одно дело чувствовать себя хорошо, другое дело знать, что внутри все в порядке. И для этого я думала, где же пройти профилактическое исследование. Но профилактика – такое дело. У нас очень многие изменения в организме, насколько я знаю сейчас, в традиционной медицине просто не определяются, не диагностируются как изменения. И для этого необходимо заглянуть внутрь, пройти исследование сосудов, суставов, внутренних органов. Но самая главная проблема в данном вопросе – это время. Сидеть в очереди к терапевту, чтобы он направил к узкому специалисту, чтобы этот узкий специалист выписал направление в кабинет, где будет проходить исследование – это непозволительная роскошь для меня. И, к счастью, я нашла место, где теперь могу получить данное комплексное, глубокое исследование. Мне очень нравится, как здесь встречают своих пациентов. Я рекомендую всем обращаться в клинику Сити.